Слушай, Макс, я у тебя забыл кое-что. Караваджо прожил недолго, но за свою жизнь он создал десятки великолепных полотен. Его картины прославились на весь мир, так как ему удалось запечатлеть в них ту чистую красоту, перед которой человек немеет, пораженный в самое сердце. Легенда гласит, что перед смертью Караваджо оставил миру свой последний подарок – фолиант, в котором раскрыл секрет создания шедевра. Каждое столетие некий художник находил фолиант, после чего обязательно создавал шедевр и становился известен. Однако за славу всегда приходилось расплачиваться, и никто из последователей великого Караваджо не мог похвастаться легкой судьбой. Удар нанесен этим предметом. Чтобы меня подставить. В каких отношениях вы были с убитой? Она моя девушка. Интересное кино. Этой краской писал Караваджо. Кто? Караваджо? Это он? Все готово. Осталась только кровь. Макс, это нездоровая идея. Подумай, какой пиар. Портрет девушки, нарисованный ее же кровью. Твой Караваджо был пьяницей и развратником. Всего-то нужна капля крови натурщицы. Делай это как хочешь, с кем хочешь, но только не соль. Не бойся, не солей. То есть вы ее осознанно убили? Ваша натурщица. Нет, конечно нет. Я просто хотел нарисовать портрет с добавлением в краску
крови Оли. Хрена вам это надо было? Вот я у него то же самое спросил. Как ты мог ей так рисковать? Я вышел на минуту. Там цыганка, я вернулся, она уже лежит. Но ты же знал, что его натурщица умирает. Ты в это никогда не верил. Что это я? Нет. Я знаю, что ты здесь. Как это нахрена? Ведь это история о легендарном Караваджо. Рецепт, написанный кровью. Краски, которые он использовал в своих работах. Хватит всегда... уже про эти краски! А хватит это... перебивать меня! А с кем это вы таким тоном разговариваете? С Игорем. А. Это ваше или тоже Караваджо? Караваджо. Ну, у него-то на портретах все реально как живые. А у вас, Максим Александрович, пока только труп. Хочешь прославиться? Не посмертно. Ты веришь в какие-то бредни? Ну, умерла натурщица, но это же было совпадение. А натурщик лютнист. Он был болен. По-другому никак нельзя. Черт возьми, мы же договаривались или нет? Пойми, мы из этого такую рекламную кампанию сделаем. Я не верю в эти краски Караваджо. Значит, ты и в меня не веришь!
Молодец. Ты никогда не говорил мне, что любишь меня. Я люблю искусство. Иди готовься. Я не буду позировать. Что тебе еще надо? А вы свои работы только с вином пишете? Или еще с чем-то? В чем-то подозреваете? Да вы не волнуйтесь, присядьте. Почему я должен быть спокоен? Я вышел на минуту. Вернулся, а тут труп. Понятно. В дом как-то еще проникнуть можно? Есть черный ход, но он забит. Пойдемте посмотрим. Обязательно я. Давно вы пользовались черным ходом? Я же говорю, никто не пользуется. Я даже не знаю, где ключ. Ну, в таком случае вынужден пригласить вас завтра к себе в отделение на допрос. Что? Вы думаете, что это я? Алло, я жертва, а не убийца! Да вы не волнуйтесь так. Разберемся. А не это ищите, Максим Александрович. Макс? Макс. Никакого Игоря не существует. В погоне за славой вы совсем помешались на своих красках. Вы выдали друга и свалили на него убийство. Максим Александрович, вот вам и Караваджо. Гонясь за славой и успехом, многие теряют себя, сходят с ума. А в особо тяжелых случаях такой художник способен и на большие ужасы. Например, отнять жизнь, пусть без памятствия, но убить. Такие люди забыли главное, ту важнейшую истину, которую нужно помнить каждому художнику. Успех – это лишь дополнение. Главное – это любить то, что ты делаешь, и оставаться самим собой.